Дорогие друзья, вот-вот стартует центральный матч тура. Супер матч между Водником и Казбадом. Принципиальнейшая битва. Ну и рядом с... Ассаламу алейкум. Из Казбада мы с Аллашкой. Сатлык кейм қасыласа. Өте жақсы ойын болды деген үміттем. Бізде сатлык кейміз, жақсы ойын көрсеміз. Енді 3 ұпай үшін бәріміз жан салып ойнаймыз. Бәтші можете пожать. Все, рахмет, Казбад. Удары мяч сетки! Со штрафного с дальней дистанции забивает 10 номер! Максат Боисбаев! Боисбаев! Бьет и вновь! Забивает 2 гола со штрафных! Что происходит? Жаксылы гайки! Канат Асылбек будет исполнять. Удар! Угадал, Жаксылы Кайкын. 4. Рад. Крутит штрафную. И головой! Мяч сетки! Ну и нужно сказать, что Асханов прекрасно выглядит в первом тайме. И гол! Четыре, голубая скидка. Абухат! Динамик свисток, все! Водник! Вписывает свое имя в историю. Завершил невероятнейший камбэк. Дорогие друзья, супер матч закончен. На мой взгляд, на моей памяти, я все-таки скажу, что это лучший матч в истории J-лиги. По крайней мере, вот с момента, когда я начал работать комментатором. Но я выражал свое мнение, что, на мой взгляд, первое место по итогам чемпионата займет Казбад, второе QGT, третье вы. Ну, опровергните мое мнение, как думаешь?